Вы, скорее всего, будете сейчас сравнивать Garmin Striker Plus 9 SV и, наверное, Lowrance Elite 9 Ti. Приветствую! С вами интернет-магазин Мир Эхолотов. Дошли руки до отличного аппарата Lowrance Hook 2 9 Triple Shot. Давайте посмотрим, чем он сможет вас заинтересовать. Стандартно пробежимся по комплектации и залезем уже в меню. Но, напоминаю, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. И самое главное, те люди, кто досматривает видео до конца, получают приятные скидки на наш товар. В комплектации у нас идет дисплей 9 дюймов, разрешение дисплея 800x480, обновленный дисплей Solar Max, отличный обзор при просмотре сбоку, комфортно смотреть при угле до 70 градусов. Сам корпус обновленный и расположение кнопок максимально интуитивное. Все-таки делали эту модель с нуля. Датчик тоже обновленный, узкий, и многие рыбаки уже оценили его удобство. В нем заложены технологии CHIR, DownScan и SideScan. Об этом далее расскажу. Крепление на транец стандартное. Многие берут отдельное крепление, чтобы не усложнять себе жизнь и не портить корпус лодки. Обычно берут у нас ТК-550. Скоба для крепления дисплея. И регулировка по вертикали. Минус в том, что нет регулировки по горизонтали. Но многие выходят из этого положения, покупая крепление RAM MB8. Ссылку в описании приложу, чтобы вы увидели цену и визуально поняли, о чем я. Кабель питания, предохранитель, инструкция на русском языке и гарантийный талон на 18 месяцев. Все-таки аппарат официальный. Отлично. Теперь самое интересное. Режим CarPlotter. В этом эхолоте без проблем можно загрузить карты, отмечать точки и к ним возвращаться. Карты с глубинами только официальные, Navionics или Seamap. Ломаная карта у нас не прошла, поэтому если у вас есть карта, скиньте нам на почту и мы разместим у себя на сайте, чтобы каждый мог скачать бесплатно, да, и пользоваться. В режиме эхолокации работает технология CHIRP 200 Гц, но по режиму демо видно, что изображение очень четкое. Палитра прекрасная и дисплей справляется со своей работой. Вы не подумайте, что я прям рекламирую Lowrance. Я пытаюсь найти минусы, и один только пункт у меня выходит – это цена. Потому что она не сильно отличается от TI. Но о цене мы поговорим чуть позже. Здесь у нас есть DownScan. Отвечает за структуру дна. Все ветки бревна вы увидите и сможете легко поставить точку в нужный момент. Рабочая частота 455x800 Гц. И вот оно, сайт-скан, боковое сканирование. Вы теперь сможете просканировать в 3 раза быстрее участок воды. Легко установить точку понравившегося места и смело потом возвращаться к нему. Поговаривают, что, мол, он менее мощнее, чем TotalScan, но в характеристиках по цифрам разницы нет. Так что ощущениям верить не стоит. Давайте обсудим в целом выборы эхолота. Вы, скорее всего, будете сейчас сравнивать Garmin Striker Plus 9 SV и, наверное, Lowrance Elite 9 Ti. Первый дешевле, второй дороже. В принципе, я думаю, нет смысла Garmin Echo Map Plus сравнивать, это уже другая стихия. Хорошо, Striker дешевле, но потому что у него нет возможности загрузки карт. А это, кажется, дорогая услуга, потому что по ценам она очень сильно отличается. Да? А 9 Ti, почему он дороже? Потому что у него сенсорный экран, есть подключение NMEI 2000, что еще? Подключение Wi-Fi, помощь при троллинге, поэтому он и дороже. Стоит его брать, если вы прям профи и постоянно ходите на рыбалку. Если же нет, то Hook 2 9 Triple Shot вот прям окупит сразу вас, и вы не пожалеете о покупке. Тем более мы подходим к самому интересному. Вот хотели бы мы вам подарить скидку в размере 1000 рублей. Как думаешь, нормально будет? Да давай больше. Ну, 5000. Я думаю, это нормально будет точно. Мало. Еще давай. Че, прикалываешься, что ли? Ну, окей. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, 7. Все, 7. Хорошо, давайте как. Мы 7000 вам дарим. Это будет ограниченная прям спеццена, да, ограниченное предложение. Вы обязательно звоните операторам, да, на наш бесплатный номер 8 800 222 92. И говорите операторам обзор, чтобы они вам снизили цену, ну и уточните вообще, действует ли еще скидка или нет. Ну, потому что мы не можем все время раздавать эти скидки, сами понимаете. Скидка, ну, хорошая, 7 тысяч. Все, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать и рекомендовать какие-либо еще обзоры снять.
Все, пока-пока. Лоуренс Хук 2, 9, трипершот. Триплшот. Рома, блин!